ухожу. И если бы не ровку, да я спрятался поспешно. Не уцелеть бы мне, что делать мне? Опасный путь мне надоел. И стоит ли того книжный умильный взор, чтоб за него проститься жизнью? Ну кто там? Страшная старушка, зачем идет сюда? Поверь, просто ты глупишь, и так и будет переносишь. Людмилу мудрено сыскать, она далеко забежала. Ступай домой и жди меня, и жди меня, Руслана, похитить Людмилу хотеть. Но кто же ты? Однако сердце замирает. Старушке злобная улыбка. Мне верно горе, горе предвещает. Откройся мне. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты? Скажи, кто ты? Зачем тебе это знать? Не спрашивай, но слушай. Ступай домой. И жди меня. Руслана победить, Людмилой овладеть. Тебе я помогу, Руслана, победить, Людмилой овладеть. Тебе я помогу. Новая тревога мне. Старушка за меня смущает. Не менее опасного пути. Опасного, опасного пути. Ожайся надо мной. И если ты можешь горе мне помочь, откройся наконец. Скажи, кто ты? Скажи, кто ты? Итак, узнай, волшебница моя. Ужас! Но не страшись меня. К тебе я буду склонна. Ступай домой и жди меня. Людмилу неся тайком, и Святозар за подвиг твой отдаст тебе ее в супруги. Руслану я сманю волшебством, седьмое царство заведу. Погибнет он без вести. О, радость! Я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено.